Никто из нас особо не выделяется. Выделяется. Кроме Ромео. Майни, мы с вами. Всем привет. И сегодня с реакция на видео с канала 13 карт. И да, это 13 карт, собственно. Клоны играют в группе. Шестая уже серия. Погнали смотреть. Мне нравится мультик, поэтому будет интересно. Опа, привет, я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в Стиме, ребята. Если вы хотели как-то меня поддержать или попробовать мою игру, просто может она вам даже понравится, был поэтому очень рад. Вы можете перейти по ссылке в описании и ее купить. На самом деле это будет сейчас лучшая поддержка меня, для меня это очень важно, правда. Это прям новая ветка моей жизни, поэтому если вы правда хотите меня поддержать, приходите в Steam, покупайте игру, играйте ее, оставляйте отзывы. Вот. А так продолжаем смотреть видос. Феникс анимация. Старая гадалка подарила карту. В мир явились 8 клонов, и у них у всех. Окей. И разный цвет. Что за real life заставка? От этого такой вайб, знаете чего? Как его? Остров сокровищ, там где тоже ставки были с реальными людьми. Вот это такой вайб. Тринадцать карт. Чарли! Настоящая трагедия. ДНД, Dungeons and Dragons? Наверное. В предыдущих сериях 8 клонов в одной комнате. А, ДНД типа ТНТ, я понял. Вару, мне нужен туалет. Нет, это моя территория. И я сказал ему, его трон. Иди срать в другое место. Ромео, держись. Их слишком много. Он был так молод! Был? У меня что, морщины? Смогут ли они не поубивать друг друга? Сегодня я решил все изменить. Мне надоело сидеть без дела. Я нашел для себя хобби. Опа. Даже эти заставки, блин. Габриэль! Курамаку. Данте. Феликс. Ой, это хорошо, хорошо. Правильно, эти будут старые телевизионные шоу, дробаще. Зонтик. Ромео. Пик. В реалити-шоу Дом клонов. Дом 2. Музыкальный магазин. Ну, прикольно сделано. В стиле съемки. Реалити-шоу. Прикольно, прикольно. Другое дело. Это вам не телевизор смотреть. Я всегда чувствовал, что во мне заперт музыкант. Нужно просто освободить его. Как держать, да? Похоже, к Пику пришли гости. А вот и зоопарк. Не понимаю, чего Пик пыхтит? Я не пыхчу, сам пыхтишь! Валите! Ну нам тоже хочется! Тем более! Он всегда был закрытым. Скептичным. Бесчувственным. Нет! Почему мы в реалити-шоу? Пердо на ответ! Почему я после Габриэля? У каждого своя проблема. Софит освещает его сцену. Я решил применить навыки истинного лидера. Зачем бороться с теми, кого можно возглавить? Гений. Курамашка на басухе. Серьезно? Сложно представить. Ну, глянь, стиль навалил.
Нормально. Хорош. Эти восторженные глаза. Я практиковался все это время. Второй судья. Ой-ой. Все эти 5 минут с момента зарождения группы я мечтал в ней петь. Но, к сожалению... Я решил, что в моей группе не будет вокала. Никто из нас особо не выделяется. Выделяется. Кроме Ромео. А ну, сейчас... Сирена, сирена. Пошел на со сцены. Не выдержал, не выдержал. Браво. Гений. Похоже, клоны нашли барабанщика. Это было быстро. Все, что мне нужно, место для шага. Просто ничего не слышно, потеребил микрофон. Еще один барабанщик. Я понимал, что ребята уже нашли барабанщика, но я не случайно выбрал этот инструмент. Мне тяжело контролировать свой гнев. Надеюсь, ребята не догадаются. Наконец-то я могу выплеснуть свои эмоции. Что за стиль? Настоящий барабанщик. Металлист. Металлюга. Спасибо, Феликс. Мы тебе перезвоним. Дело не в игре. Данте меня меньше бесит. Он может быть на замене. Нет, я не расстраиваюсь. У меня еще масса других талантов. Например, я могу найти плюс там, где его нет. Я тоже Другой могу талант. Быть на замене. Ромео, свали! Я в порядке. Ну, Ромео стилевый, прям кис. Дом клонов. Реалити-шоу. Дом клона, блин, даже это сделали. Ой, какой же в этом вайб свой. Метал клон, отсылка к Метал Фэмили, хорошечно, хорошечно. Это было невероятно. В тот момент я даже забыл обо всем. Зонтик, ты должен участвовать! Мне нравится играть, но выступать на сцене... Можешь начинать. Кто помог подумать, что у Зонтика боязнь сцены? Ой, актер главный. Сразу нет. Ты нам не подходишь. Почему? Потому. Потому. Хорош! Это ваша Хорош! Так и надо. Активная критика! Да. Да. Группа Пику успешно собрана. Впереди у ребят первая репетиция. Что, пробки в Нирване? Кто долго ждет? Тут по морде бьет. Стойте! Разве так можно играть? Как? У вас нет своего стиля. У нас первая репетиция. Вы должны быть в образе всегда. К счастью для вас, я по совместительству опытный стилист. Ой, посогляньте. Да сколько мы на репуре зашлись, дилетанты, профессионалы в деле. Я не придумал строчку, йоу. Йоу. Распальцовка, распальцовка. Зонтик точно сможет выступить? Ай, Вару, как ты в них видишь? Давайте играть.
Где Данте? Кто не работает, тот ест. Хорош. Место твое. Предатель! Тогда мы забираем его. Кстати, а что он делает? Он стойка для микрофона. У вас же нет вокалиста! Зато он профессионал своего дела. Стойка для микрофона. Реально профессионал. Можно мне уже снять очки? Это рабочая рука! Стоп! Прекратите! Музыка должна объединять нас и пробуждать любовь в сердцах слушателей. Ромео, замечательно сказано! Благодарю. Я же неспроста хотел попасть в группу. Я многое знаю о музыке. Например, что блондинки любят гитаристов, брюнетки тромбонистов, а рыженькие... Ну тоже знание, тоже знание. Нас восемь. Мы живем в одной душной комнате. Вы шумны и действуете мне на нервы. Моя жизнь похожа на грёбаный ситком, что мы каждый чёртов день смотрим по сраному телеку. В тот момент клон осознал... Я не договорил! Продолжай, Пик. Мы слушаем. Забудьте. Я... телек пересмотрел. Что, дружище, деграднул? Пик, наконец, раскрылся нам! Нет! Ладно, я скажу... Я не выражаю чувства так же открыто, как и вы. Не могу. Не выходит. А как выходит? Через музыку. Ну что, Сережа уже играть научился? Реально гений. Вернулся в самый подходящий момент. Прикольно. Профессиональная стойка для микрофона, реально профессиональная. Сейчас это рэп зачитаю, да? О, прикольно. О, у нее такая позитивная концовка прям. Не, круто. Прям хорошая серия. Очень много рофлов над телевидением. Раскрытие персонажей. Хорошо. Тут еще будет... сцена после титров. Ребята, как вы хороши. Это было, конечно, не очень ровно сыграно, но в моем темпе. Это круто. Это, на самом деле, очень круто. Прям мне эта серия очень нравится. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь. Также не забывайте подписаться на меня. Мне было очень приятно. Всем счастья, здоровья. Дальше в придачу. Пока.